семье 38-летней Елены Блиновской случилось радостное событие. Популярная блогерша стала мамой в четвертый раз. Елена и ее муж Алексей уже воспитывают троих сыновей – Мирона, Платона и Всеволода. Мотивационный спикер мечтала о дочери, и ее желание осуществилось. Сегодня, 10 апреля, Блиновская родила долгожданную дочь. Автор тренинга «Марафон желаний» поделилась первыми кадрами с малышкой из роддома. На одном из них счастливая мама держит кричащую кроху. Снимок переполняют эмоции. «Мечты сбываются всегда», – заверила Блиновская. На другом кадре она вместе с мужем. Алексей нежно держит супругу и целует ее в лоб через медицинскую маску. Елена призналась, что супруг пел от счастья. Родители подготовили для дочери спальню принцессы. Елена уже прикупила очаровательные наряды для дочери. Блиновская показала интерьер комнаты и гардероб новорожденной малышки. Блиновские получили массу поздравлений. «Какое счастье, дорогая!» – поздравила подругу Виктория Лопырева. «Еще один ангелочек. Поздравляю, моя хорошая!» – отметилась в комментариях Нюша. К поздравлениям присоединились также Рита Дакота, Дарья Чаруша, Ксения Бородина и другие звезды. Елена Блиновская – автор и ведущая популярного марафона личностного роста. По тренингу сняли одноименный фильм, режиссером которого выступила Дарья Чаруша. В нем снялись Аглая Тарасова, Александр Гудков, Павел Деревянко, Маша Миногарова и другие звезды российского кино. Марина Кравец сообщила, что впервые стала мамой. Звезда Comedy Club показала фото из роддома. Артистка сначала скрывала свое положение, но на последних сроках показывала округлившийся живот. Долгожданное пополнение случилось и в семье Оксаны Самойловой. Модель воспитывает троих детей, и вот месяц назад она стала мамой мальчика, которого назвали Давид.